чистом поле появится ледовая арена. Инициатор и спонсор строительства, депутат АКЗС Владимир Попов, рассказал, что возвести объект планируют уже через 2 года. Здесь будет не только лед, но и залы для занятий единоборствами и боксом. Если через 10 лет мы увидим на экране своего чемпиона, и он будет отсюда, я думаю, что даже одного чемпиона, которого мы воспитаем, и он будет уже Алтайский край, и в целом мы получим удовлетворение и, наверное, хороший результат той работы, которую мы вот сейчас начинаем. В строительство будет вложено 300 миллионов рублей. Проект уже на стадии завершения. А когда комплекс будет готов, он сможет принимать ребят из Новых Зорь, Черемного, Комсомольского, Шахов, поселков Новый и Лесной. А это примерно 30 тысяч жителей. И, кстати, среди них проект встречает одобрение. Конечно, ждем. Это очень хорошее дело. Дети будут маленько заняты. Открытие здесь спортивного клуба было бы просто замечательным, потому что это была бы возможность ребенку ходить и профессионально заниматься. Плюс у меня второму ребенку 7 лет, который в данный момент не занимается спортом. Ну как, тоже любительский все это, да, потому что возить в город возможности особо нет. И если бы здесь появился такой спортивный комплекс, мы были бы безумно благодарны. Часть земляных работ уже проведена. Через 2 года должна появиться полноценная спортшкола не только с отличной материальной, но и с качественной кадровой базой. Нам рассказали, что ведутся переговоры с тренерами, которые готовы взяться за системную работу с детьми и воспитание будущих чемпионов. Артем Гусельников, Андрей Дрейер, Андрей Печоркин. День с толком.